Тревожная примета нашего времени. Общее усиление террористической угрозы, нарастающие миграционные потоки, участившиеся звонки с сообщениями о подозрительных предметах – все это создает в обществе дополнительную напряженность и нервозность. И Одинцовский район здесь не исключение. Чтобы разработать и принять дополнительные меры безопасности, глава района Андрей Иванов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Прежде всего, предлагаю в формате нашей комиссии обсудить меры, которые могут стать эффективным оружием против нарастающей в последнее время террористической угрозы. Все мы знаем о недавних событиях в Москве, когда с спецслужбами была задержана группа лиц, выходцев из бывших стран Советских Республик, Таджикистана и Узбекистана, которая готовила теракт в общественном транспорте. Одновременно спецслужба наблюдает активизацию незаконных бандформирований на Северном Кавказе, на территории Ингушетии и Дагестана. Также ситуация вокруг Сирии, откуда к нам возвращаются граждане Российской Федерации, воевавшие на стороне Исламского государства и Джабхат ан-Нусры, также не позволяет нам с вами оставаться в стороне от принятия адекватного ответа на эти угрозы и вызовы. Основное внимание было уделено состоянию антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Ежедневно через станцию Одинцово проходит около 160 электропоездов. При этом поток пассажиров достаточно плотный. По словам начальника станции Голицына Андрея Орешкина, меры безопасности уже усилены. В поездах увеличилось количество сотрудников полиции. Машинисты чаще напоминают пассажирам о профилактике чрезвычайных ситуаций. Например, о том, как вести себя при столкновении с бесхозными вещами. В свою очередь, начальник Одинцовского управления МВД Алексей Школкин заверил, что в связи со сложившейся обстановкой усилена работа всех подразделений полиции. Он еще раз напомнил о том, что одна из самых важных составляющих в борьбе с террористической угрозой – бдительность и внимательность самих жителей. Станислав Трифонов, Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».